До выборов в молодежный парламент Одинцовского района остались считанные дни. А это значит, что у избирателей остается все меньше времени на принятие решения. Дебаты – один из лучших способов рассказать о себе. Несколько тем, ограниченное время выступления, непростые вопросы оппонентов на отлично раскрывают программы, с которыми идут на выборы кандидаты. Всего их 47, а в парламент попадут 32. Будучи председателем молодежной избирательной комиссии, я принял решение организовать выборы на соответствии с реальными законами. Как вы заметили, выборы проводятся во воскресенье. Также избирательные участки будут открыты 12 часов, что соответствует законодательству. Также, если брать молодежную политику в развитии Московской области, у нас молодежь является от 14 до 30 лет. И, естественно, этот контингент будет голосовать и будет избран. Одна часть кандидатов выдвинута от молодой гвардии «Единой России». Другая часть – представители молодежного совета при Общественной палате. Конечно, есть и самовыдвиженцы, но все они – молодежь Одинцовского района. Поэтому и решать собираются похожие задачи. Мы считаем, что необходимо предоставить первое место работы. Дальше либо реализовывай себя, проявляй себя и реализуй на практике те знания, которые получил, либо ищи себя в другой сфере. Но это уже будет твоя проблема. Молодые специалисты, если просмотреть любые сайты, где требуется сам специалист, опыт работы от 3 лет. Но откуда молодым специалистам, который выпустит, только взять этот опыт? Кандидаты от молодежного совета, члены действующего парламента уже могут похвастаться реализованными проектами. В рамках создания парковой зоны в Жаворонковском поселении они провели детский праздник. Мы стартанули с фотоконкурса и начали проводить ряд мероприятий. Кстати говоря, одно из мероприятий – это крупный социальный проект по помощи детям «Улыбка на лице». И пока в ходе предвыборных прений желающие стать членами молодежного парламента Одинцовского района активно спорят друг с другом, пытаясь доказать свое превосходство. А сразу после выборов из соперников они превратятся в коллег и уже сообща будут решать проблемы, которые волнуют одинцовскую молодежь. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».